допустим, девочка играет с белой собачкой, да? Это сценография, девочка. А мизансцена – это облака, небо, море, песок, архитектура на песке. Все, мы как режиссеры выстраиваем вот эту вот, как вам сказать, подглядываем за природой, что она нам предлагает, она нам вот это все предлагает. А потом мы показываем себя, которой мы играем с собачкой, да, допустим. И радуемся, что нас окружают такие прекрасные природные явления.